Привет-привет! Это Варварушка ТВ. И мы сегодня снова приехали в торговый центр Мега Грин, по которому мы сегодня будем гулять. Ну что, пойдем, Варя? Да. Побежали! Пойдем дальше. Смотри, кто тут еще есть. Смотри, как много игрушек. Котики. Маленькие котики. Little Pet Shop, да? Да. А я не давала, я давала. Покажи своего динозавра, который тебе понравился. Он можно я посмотрю? Да. Ух ты, у него внутри шарики, да? Он такой приятный. Да. Пойдем еще посмотрим. Барби, да? Всевозможные Барби. А это куклы Хасбро, принцессы. А это серия Бэби Борны. Утряшка, да? Бэби Борн собака, пудель. Да, он ходит, у него есть ошейник, и он писит. Это мама лошадка со своим жеребеночком. Пойдем посмотрим дальше, что тут еще есть. Леди Баг. Помнишь такой мультик? Да, помню такой мультик. Это Етина. Это Етина Витина. Пойдем смотреть дальше. Ой, а вы видите? Машинки. Есть еще? Яйца, да? А вот здесь смотри, кто здесь? Шарлотта земляничка, да? И Гагала. Собачки. Ой, они офигенно. Да, как их тут много. А пойдем посмотрим, где ты котика тут покупала? Пойдем? Котик? Угу. Классный, да, Варя? Ой, 9 штук. А моя голову купила. Ой. Что, шевелишься? Да. Мы тут взяли. Мне нравится. Мягкий динозавр? Да, мне нравится. А зачем тебе столько много? Ну что, ты выбрала динозавра? Такого выбрала? Пойдем на кассу? Thank you.
Скажи, какого ты купила? Можно посмотреть? Вот. Ух ты! И лучше. И еще фея. Смотри, мне это рыбы. А ты? Это какой-то будет новый вид тогда динозавра. Так, это давай мы сейчас с тобой снимем, чтобы не мешало ему, да? Нет, я снимаю. Ты сама снимешь? Да. Вот, нашли всякие интересные самоделки, которые можно вместе с Варей будет сделать как-нибудь вечерком. Сейчас выберем, мы очень любим, мы уже много таких сделали. Да, хорошо, сейчас посмотрим, Варюша. Скажите, ребята, вы делаете что-то со своими родителями из таких поделок? Напишите нам в комментариях, что вы делаете. И скажите, вам родители помогают или вы сами все делаете? Это няшка, видишь? Наверное, там нажимаешь и... Это пук, это унитаз, ты даже Варя сказала. Дай посмотреть, Варя. Это туалет. Туалет такой, туалет. Написано «Мяшка». Тоже «Мяшка» звука. Игрушка-мяшка. Но, как мы поняли, на него нажимаешь, и он пукает. Такая пукающая штука. Да, Варюша? А вот, смотрите, гелевая мозаика. Не хотите? Что тут есть? Я не знаю, это просто не все. А, это пальчиков. Это пальчиков. Для пальчиков? Мы не даем. Свинка Пеппа? Да. Аппликация. Это пальчиковый театр. Пальчиковый театр. Видишь, там эти, сюда пальчики засунул, еще и играет. Как здорово, да? Вот сюда можно засунуть пальчики и устроить представление. А посмотрите, тут еще внизу, смотрите. Вот внизу сколько всего. В итоге мы выбрали вот такую картину из песка, фреску. 4+, но уже даже с 3 лет вполне можно вместе, если родители будут помогать, делать вот такого милого мишку. Потом мы вам все покажем и расскажем, как это делать, будем вместе собирать. А еще Варя нашла вот такой бургер. Покажи бургер. Бургер. Мармеладный бургер. Такой прикольный. Варя, иди есть бургер. Пойдем сядем, там поедем. Давай, открывай. Ты сможешь сама открыть или давай мы тебе поможем? Как я тебя учил? Так, дергаешь тут? Ну так вот. Двумя ручками так, да? Вперед. Давай. Киса тоже хочет. Что, не откроешь? Давай я помогу. Вот он, бургер. Булочки, мясо и сыр. Выглядит вкусно. Как настоящий.
Сейчас будет чуть не поели. Вера кушает киса. Ну как тебе? Очень вкусно. А ты решил все по отдельности есть? Давай кушай. И как по вкусу? Апельсин, да, наверное? Да. Апельсин? Это кока-кола. Это, наверное, кока-кола, да. Это банан, наверное. Пробуй. Пробуй. Сыр. Банан, наверное, да? Сырный банан. А все сразу же вкуснее. А ты попробуй все сразу съесть. Но уже булочки не будешь делать. Это, наверное, кока-кола, да? Как пахнет? Да, пахнет мармеладом. Но по вкусу что? По вкусу кола, да? Вы были правы. И напоследок булочка. Такая. А вкусно, Лара. А тебе? А ты меня угостишь? Дай мне только попробовать, что это такое. Да. Русские бургеры пошли. Вкус непонятный. Типа сухофруктов. Дурака и суши. Ну что, перекусили? Я пошел дальше. Так. Какое тут оживленное движение. Вот проехал. Смотри, там мальчик сидит, как и встречает. Да?